Мы на месте. Мы приветствуем Каспарса, интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Доверит. И я даю команду на 4. Скэнер сканирует пространство над головой Каспарса, под ногами, 360 градусов вокруг него. Все 7 тонких тел Каспарса находит все. У него вышел инсектоид какой-то, причем с головы. И у него рога, как жук-рогач. Ничего себе. Снимаются маски и голограммы, инсектоид предстает согласно своему эфирному коду ДНК. Фурчит, инсектоид. Фурчит. Королевский. Королевский. Какая честь. Ну что ты здесь делаешь, королевский? Он показывает себя превосходство такое у него, значит, растут рога. Сверху он показывает, и он указывает, что делать рукой, куда идти, куда двигаться. Другим. Или Касперса? Касперса. А, вот как. Ничего себе, на каком основании так инсектоид? Он им руководит. Посмотри. Хорошо, инсектоид еще есть кто-нибудь? Или он всех повыгонял уже? Нет, есть синий дракон. Да. И есть Джин. И Джин у нас есть, хорошо. Есть в ногах кто-то, но интерферента нет. Хорошо, то, что у него в ногах, сила моего намерения выходит и отправляется в клетку-тюрьму. Это что-то спутанное, типа ниток, готово. Отлично выстраивает этих ниток канал к ответственным. 1, 2, 3 и притягивай в клетку-тюрьму, где бы ни находились. Да, будет так, а так и есть. Это бес? Ну что бес? Он в недоумении. Он будет сильно еще в большем недоумении. Пусть пока смотрится, куда он попал, и подумает, что его ожидает после этой прекрасной, радостной встречи. Итак, у нас инсектоид, синий дракон, джин и бес с клубком ниток. Да. Хорошо. Так, считай цифру синего дракона над головой, пожалуйста. 28-36. Хорошо. Считай цифру джина над головой. 53-12. Синий или уже наполовину золотой? Не золотой, верх синий. Угу, понятно. И у беса цифры над головой? 8 у беса. Кто звал меня? Зачем притянул? Ты знаешь, меня твой вопрос сейчас немного в ступор ставит. Бес. Что ты делал в этом биополе? Если бы ты здесь не находился, я бы тебя не вытащил. Начинаем с реверса энергии. В процессе реверса я буду задавать вопросы, вы будете на них отвечать. Даю команду тонкой копии Каспарса спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Энергия всех болезней, все, что он мог получить, возвращается к ним. Сколько бес находился со своим клубком в этом биополе? Я и не находился, только и смог запутать. Несколько дней назад подкинул. По порталам перехожу. Несколько дней. Понятно, мы сегодня и квартиру будем чистить. Поэтому мы все там будем закрывать. В квартире есть кто-то, кроме тебя? Из низких? Бес, черт, демон? Черта видел, выходил. Понятно, хорошо. Просто я там буду тоже собирать негатив. Если тебя интересует, могу тебе его отдать. В обмен на... Покажешь мне порталы, которые находятся в этой квартире. Я их закрою и после этого отпущу на чистоту. Готов. Готов показать. Хорошо. Сколько находился Джин в этом биополе? 8 месяцев. Тоже пришел через портал в квартире? Или с вещью какой-то? С деньгами. С деньгами. Хорошо. Синий дракон, сколько ты со своими платами находился в этом биополе? Подожди, Джин, знаешь, как интересно показывает? Он показывает карту, банковскую карту, которую вставляют в автомат. Да. И он распыляет свою энергию на нее. А потом притягивается на свои же энергии. Да. То есть он маркирует их таким образом. Выбирает себе, кому подключиться, правильно? Да. Хорошее место. Сидеть на банковском аппарате. Идем дальше. Итак, синий дракон, сколько ты находился? 2 года 8 месяцев. Какая цель твоей подключки? Развитие, изучение, наблюдение. Оказывал влияние на него, воздействие. Давал ложную информацию. Зачем я не питаюсь энергией ложной информации? В обмен я питаюсь энергией образования. И какое-то образование. Объясни мне. Развитие. Хорошо. Человеческой души. Неприятно. Эти энергии собираю. Все было бы неплохо, если бы у тебя было разрешение на пребывание в этом биополе. Но у тебя его нет. И контракта у тебя тоже нет с ним, я полагаю. У кого есть контракт из присутствующих с Каспарсом? Молчат? Ну, инсектоид считает, что у него есть контракт. И он на своем месте. Да ты что, у тебя есть контракт с ним. Хорошо. Переходим к инсектоиду. Сколько ты находился инсектоид в этом биополе? Ты знаешь, он показывает. И как раз распыляли что-то, и он попал 5 лет назад. Распыляли что? Самолета что-то или где? Кто распылял? Нет, или... интерферент какой-то распылял. Распылял с чего? Как? Подожди, это как корабль. Вот. Они пролетали и распыляли его, да? Да. Ну хорошо, с того момента, момента распыления, сколько ты находился в его биополе? 5 лет. 5 лет. О каком контракте ты говорил или пытался сказать? Еще ни разу не видел контрактов с инсектоидом. Он считает, что он не попадает просто так куда-то. Они как запрограммированы. На что? На то, что они главные и должны управлять им, любым биороботом. Ну, если бы ты был бы главным, то, наверное, в клетке находился бы не ты, а я. Поскольку я главный, в клетке находишься ты. Ты, наверное, просто реальность потерял, инсектоид, и не понимаешь той ситуации плачевной, в которую ты попал. Он хозяин в своем биополе. Я его могу спросить, если он скажет, скинь этого интерферента в галактическое ядро, я не промедлю ни секунды, ты сразу идешь на переработку. Вот тебе о власти лекция. Такого не может быть, здесь я главный. Открывается перед его клеткой воронка в галактическое ядро. 1, 2, 3. Хорошо, инсектоид, готов уходить? Нет, конечно. Ну ты же главный. У него есть связь с этим кораблем. Он должен спросить, что происходит. К сожалению, в этой комнате связь закрыта. Ты не можешь никому позвонить. Мы отключили все телефоны, закрывая воронку в галактическое ядро. Хорошо, возвращаемся к реверсу. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Каспар забирает всю чистую и светлую божественную энергию. Обратно пошла божественная энергия 1, 2, 3. Пошел мощный поток. Усилил его в 50 раз. Этот инсектоид, он через рога пытается как троллейбус связаться, получить информацию. Да. Ну, видишь... И такому не учили их, он не знает, что происходит. Ну, не вот. Знает, как себя вести, ему нужна инструкция. Инструкции, к сожалению, я не могу тебе позволить получить, потому что ты находишься сейчас в клетке-тюрьме. Здесь действуют не твои законы, а мои законы. А по моим законам здесь нельзя разговаривать по телефону или устанавливать связь. У него через рога идут энергии, как ток, и искра не может зажечься и гаснет, и он не может связаться. Я его предупреждал. Еще один властелин колец. Закончился реверс. Отлично. Начинаем с биеса. Биес, выходи, отключайся полностью, вытаскивай все, что ты оставил в его биополе, ничего не забывай. Приступай. Говорит, что ты все вытащил. Глубоко. Хорошо, Джин, тебе выходить не надо. Собирай всю свою пыль, отключайся полностью, чтобы я ничего там при проверке не нашел. Проверка будет проходить сканером несколько миллионов герц. Он затянул всю пыль назад. Хорошо. Синий дракон, твоя очередь, выходи, снимай все свои платы, отключайся полностью. Приступай. Джин сказал, ты теперь не под защитой Джина. Джин что-то хочет рассказать интересное? Нет, его выгнали, и он обижен. А тебя приглашал кто-то? Давай начнем с этого. Вот был запрос к Джину конкретный. Он говорит, но я же исполнял некоторые желания. Подожди, ответь мне, да или нет? Было намерение человека призвать... Он пришел за деньгами, это запрос. Джин, я 2 раза уже повторяюсь. Ты хочешь стильно сейчас потерять свой человек? Нет, не звал. Вот. Ну так что ты тогда обижаешься? Ты пришел туда, куда тебе не рады. Когда тебя нравится нашли... ему. Хорошо. Тоже. Отлично. Мне очень приятно, что Джину нравится в квартире. Но дело в том, что Каспарс хозяин своей жизни, своих энергий, своей квартиры и своего биополя. И он не желает никого из вас видеть в своем биополе. Тебе это непонятно до сих пор? Понятно, но мы тоже имеем право находиться. Какое? И право? Получать свои энергии. Ваши энергии, ладно. Джин, давай, не трать мое время, я тебя прошу, потому что пока я еще добрый, но я могу разозлиться. Дракон снял плату. Хорошо, инсектоид, что осталось в биополе на твоей чистоте? Конструкция, которого удерживала. Отлично, выходи. Отключай ее полностью, не делай никаких глупостей. Я тебя предупредил. Это не то место, где из себя делают короля. Это плечи, позвоночник, по спине, уши и коронная чакра. Так он полностью перекрывал его, да? Вверх. Он там держался и питался всем этим. всеми энергиями. Отлично, хорошо. Все сняли. Даю команду на рассинхронизацию Касперса с инсектоидом, его подключками, синим драконом, его платами, джином, бесом, с его клубком. Пошла рассинхронизация, заканчивается автоматически. Инсектоид говорит, что он вытащил свой трон. Он на него и сел сейчас. Ну вот сиди теперь в клетке на этом троне. Теперь ты будешь королем этого королевства, которое тебя окружает. Реально потеряли вы всю реальность, восприятие. Рассинхронизация закончилась. Включая внутренний белосвет Касперса, этим сетом выдали из себя все негативные патогены низковибрационные на частотах интерферентов и их подключек. Все это выходит и формируется перед ним шар. Готово. Хорошо, открывая под шаром воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю и даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Ты знаешь, у него на руках какие-то энергии чужие, как варежки. И картинка идет, что у него где-то портал дома, и он руки туда запускает, так как шкаф или что-то. То есть он попадает часто туда руками. Портал, вот космический портал. Хорошо, эти энергии сейчас в нем? Ты видишь их? Да, они на руках. Хорошо, силами его намерения эти энергии выходят, выдавливаются полностью, формируются в шар. Да, готов шар. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку, закрывая, печатаю, растворяю. Хорошо, контрольная проверка сканера. Чисто. Хорошо. Так, кто еще, кроме Джина и Беса, находится в квартире? Синий дракон? Да. Тоже? Да. Инсектоид? Нет. Хорошо. Значит, тогда сейчас я... Не было такого указания. Ну да, ты ж послушный король. Хорошо. Итак, Бес, Джин. Я открою сейчас вам один портал, и для синего дракона другой портал. Квартиру Касперса. Вы соберете все, что вы оставили. И я приду, это проверю. И после того, как я проверю, я отпущу вас на вашу чистоту в первый раз. Все понятно? Да, им все понятно. Открывается два портала в квартиру Касперса. 1, 2, 3. В один портал уходит, в один канал уходит Бес с Джином. В другой уходит синий дракон. Закрывая, печатаю, растворяю оба портала. Готово. Хорошо. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. Она на связи, она хочет инсектоида, так как они все связаны между собой. И она показывает от них, как лучи идут. Ага. Выброс когда был. И они все подключены к этому кораблю. А, так ты можешь их всех сразу? Да. Практически. Отлично. Пожалуйста. Я просто еще никогда не видел такого рогатого. Хотел уточнить у тебя, что это за особь такая. Он себя назвал королевским. Так их выращивают сначала, внушая их силу и власть. Они вот просят пройти. Он взял этот трон свой, с ним идет. Со своим троном пришел. Отлично. Ну, у тебя будет хорошее там королевство. Благодарю, Ли. Хорошо. Клетка пустая, Вера, посмотри. Пустая. Бес забрал этот клубок? Да, забрал. Все, что принес. Ну да. Хорошо. Поехали дальше. Свет из него разлился. Эйфория. Он готов. Отлично. Синхронизируются энергии и вибрации. Гармонизируются, распределяются, усваиваются наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Готово. Хорошо, Касперс, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете после освобождения от сущности? Великолепно чувствую. Я действительно в эйфории, но не от освобождения, а от понимания своей души и встречи с ней. Очень хорошо. У нас остались 10 вопросов к вашему куратору. И куратор же здесь. И мы приветствуем еще раз куратора Али. И я приветствую вас. Я прошу прощения за то, что пришла немного раньше, но мне нужно было дать информацию и многое объяснить. Без проблем. Вы ни в коем случае нам не мешаете. Мы очень рады представителю созвездия Лира в нашей комнате диагностики. Благодарю за это место, встречу, возможность побыть здесь. А мы благодарим вас, что вы достучались до своего подопечного. У него 10 вопросов к вам. Если позволите, я начинаю с первого вопроса. Пожалуйста. Откуда моя душа и как выглядит дом моей души? Созвездие Лира. Дом твоей души выглядит из нескольких очень ярких звезд и соединено определенными вибрациями, которые создают поле, можно даже сказать музыкальное поле, на определенных вибрациях, которые понимают лирианцы. Это наша защита. Этими вибрациями защищаем созвездие Лира. Они неприятны интерферентам, которые входят в поля нашего созвездия. И очень будет мне приятно, если ты сам найдешь информацию, существующую на Земле о созвездии Лира. Вы закончили? Да. Я благодарю вас, Али. Второй вопрос. Али, прошу прощения, неправильно поставил ударение. Али. Как я уже сказала, музыка и вибрации музыкальные нам очень важны. Мы вибрируем на определенных частотах. Понял. Благодарю вас. Второй вопрос. Какой ключевой жизненный опыт мне нужно еще усвоить? Я расскажу немного о твоей душе. Семья – это главный опыт, который нужен тебе для прохождения этого пути на Земле. Семья и все, что сопряжено и связано с семьей. Это связь двух осознанных душ, решение проблем, планирование будущего как цепочка. Вы правильно говорите, в одной упряжке. Именно такого баланса нужно добиться, именно такого баланса ищешь ты. Только это для тебя семья. То, где ты можешь выражать себя так, как тебе приятно, развиваться, растить детей. Я бы сказала, взращивать, питая их правильными энергиями. Как я уже сказала, я немного расскажу о твоей душе. То твое знакомство с демоном было не случайно. Ты был молод и горяч, променяв золото на свои будущие семейные узы. Так и остался один. Демон получил свое, ты получил свое. После этого была еще одна жизнь, где ты строил семейные отношения, ища гармонии, но до конца не получив созидания в семье. И вот твоя еще одна попытка получить этот опыт на Земле. Благодарю. Благодарю вас, Али, за этот развернутый ответ. Следующий вопрос, третий. Каковы мои основные текущие ограничения мышления или ограничивающие модели, которые мешают моему прогрессу? Твои ограничения – это то, что ты сам ставишь внутри себя, ограничивая и сдерживая свою радость. Радость, которая есть в тебе, выходит определенными вибрациями из тебя, расплескивая вокруг тебя позитивные и правильные вибрации. Иногда ты сдерживаешь их, так как считаешь, что уже не тот возраст радоваться мелочам и показывать это окружающим. Это неправильно. Твоя радость и вибрации дают определенный толчок другим людям. Они даже не понимают, почему, но они тоже начинают сиять и поднимать свои вибрации, общаясь с тобой. Не забывай это. Вы закончили? Да, ты можешь продолжать. Благодарю вас. Четвертый вопрос. Какие мои таланты я не ценю? По-моему, я уже ответила на этот вопрос. Абсолютно верно. Только что вы ответили. Внутренняя радость. Это очень, я бы не сказала редкое. Сейчас подберу слово. Внутренняя радость есть не у всех. В основном люди уходят в негатив, зависть. И я понимаю, почему. Первое — интерференты, второе — жизнь на Земле требует определенных затрат энергии, принятия решений. Не каждый хочет, может это делать. Больше хотят получать, чем отдавать. Так вот, внутренняя радость есть у того, кто отдает с радостью. В тебе есть эта внутренняя радость. И это огромный талант, о котором ты даже не подозреваешь, так как чувствуешь это всегда внутри себя. Тебе просто нужно понимать, что не все такие, как ты. И в основном любят брать и не могут насытиться. Защищай свою радость. Если ты видишь рядом людей, неправильно сказала, не видишь, чувствуешь. Ты чувствуешь раздражение и неприязнь. Старайся не общаться с такими людьми. Твоя внутренняя радость всегда показывает тебе, что она начинает страдать и улетучиваться, когда рядом человек впитывает ее безгранично, задавая вопросы и не отпуская тебя, питаясь твоей энергией. Вампиризм. Да, можно и так сказать. Вы закончили, уважаемая Али? Я иду дальше. Пятый вопрос. Я лишь хотела сказать, что радость внутренняя – это прекрасный талант, но ее нужно защищать. Безусловно, а то можно растерять очень быстро. Пятый вопрос. Моя меркаба полностью функциональна. Как улучшить ее работу? Я хотела добавить, ее можно растерять, а еще хуже заразиться негативом и раздражением других. Поэтому свою радость нужно защищать. Одно из средств защиты – это меркаба. Как улучшить ее работу? Изнутри, намерением, четко понимая, что меркаба защищает тебя от интерферентов, чужого раздражения, но меркаба связана с тобой очень сильно. То, что у тебя внутри, отражается на меркабу. Поэтому внутреннее намерение и сила должны быть всегда активированы, и эти энергии изнутри заряжают меркабу. Интерференты снаружи видят эту силу, видят намерение, видят знания. И стержень. Многие из них не подойдут к человеку с сильным намерением и пониманием того, что он делает. Стержень силен, когда сильно намерение. И я бы хотела попросить тебя прочитать еще раз вопрос. Там было несколько составляющих. Моя меркаба полностью функциональна. И второй вопрос. Как улучшить ее работу? Улучшить ее работу ты можешь только понимая, развивая себя, веря в свои защиты, а также визуализируя, представляя свои внутренние энергии и меркаву, которая защищает тебя. Визуализация — это очень прогрессивный метод защиты, а также развития души. Визуализируя энергии, визуализируя защиту, ты со временем начнешься визуализировать и другие вещи, которые будут помогать в твоем развитии. Продолжай, пожалуйста. Благодарю. Шестой вопрос. Какие основные опыты и уроки я освоил в своем предыдущем воплощении? Один из опытов это был... Демон. И что контракт с ним лучше не заключать. Развитие души не способствует. Контракт с демоном не способствует развитию души. А золотившись, ты теряешь более важные компоненты твоей жизни на Земле. Ты прекрасно проработал этот урок, поняв основные ценности жизни на Земле, а также эти ценности приятны твоей душе для развития и расцветания. И я имею в виду расцветание души, расширение стержня, созидание и продвижение, как я уже сказала, в союзе. Благодарю. Благодарю вас, уважаемая Али. Следующий вопрос. 7. Каковы мои способности из прошлых жизней и как их активировать? Я отвечу на этот вопрос примерами. Прошлые жизни на разных объектах, а я имею в виду космических, не настолько важны тебе в земной жизни. Состояние и развитие души, а также уровень высшего Я остаются на определенном уровне. Это значит, что полученные знания на других объектах ты не можешь использовать на Земле, так как, например, у вас нет телепатии. Ты можешь развивать ее, безусловно, и развивать себя, но как таковой телепатии здесь не существует. Я хочу сказать, вы общаетесь другими методами. Что касается жизни на Земле, предыдущих, твоя душа осознала, поняла, что ей нужно, и прекрасно развивается дальше, не потеряв свою осознанность. На ошибках мы учимся, на ошибках и преодолениях мы получаем опыт. Как таковой результат не настолько важен и интересен. Важно сам опыт и как ты достигаешь результата прохождения твоей жизни. Благодарю. Я благодарю вас. Нам доводилось встречаться с цивилизациями, которые очень давно жили на Земле, когда еще существовала действительно телепатия на Земле, но она непонятно по какой причине исчезла. Видимо, эти цивилизации ушли с Земли. Но такое на Земле было. Замечательный метод общения телепатически. Надо только себя научить и достичь этого уровня. Функционирует лучше любого земного телефона. Благодарю вас, уважаемая Али. Простите за это короткое лирическое отклонение. Идем дальше. 8-й вопрос. Мне нравится лирическое отклонение. Лира, конечно, да. Но лира у нас всегда, это у нас музыкальный инструмент на Земле. И вы говорили много о музыке. у вас в созвездии Лира музыка распространена? Я еще раз говорю, наши вибрации создают определенные трения, которые похожи на музыку. Это очень высокие вибрации, защищающие наше созвездие и приближение к нему. Благодарю вас. Безусловно, темные цивилизации не смогут пройти через эти высокие вибрации. Хорошо, идем дальше. 8 вопрос. Как нам лучше и понятнее общаться? Медитация, телепатия, что именно и как развивать? Я хочу сказать, что телепатия для начала не бывает без медитации. В последующем ты можешь жить в состоянии медитации или телепатии. Это будет понятно только если ты будешь развиваться в дальнейшем, понимая, что можно проживать земной день, находясь в определенном медитативном состоянии, где ты можешь телепатически связываться со мной коротким вопросом, получая короткий ответ. Тем более имя ваше он уже знает. Совершенно верно. Благодарю вас, уважаемая Али. Вы хотели что-то добавить? Или продвигаемся дальше? Я сказала основное. На момент обучения тебе нужно концентрироваться, останавливать мысли, входить в медитацию. Но со временем медитация будет частью твоей жизни, где ты сможешь переключаться автоматически, занимаясь определенными делами, рутиной, вождением, готовкой. Там, где тебе не нужно переключаться на определенные сосредоточенные, концентрированные действия, работы или погружение в какое-то дело. Я имею в виду концентрация в работе. Все остальные дела ты спокойно сможешь делать в медитативном состоянии, автоматически соединяясь к общему полю, а также ко мне, получая ответ на свой вопрос. Благодарю вас. Вы закончили? Да. Хорошо. Переходим к следующему, 9 вопросу. Что определило первые 7 лет моей жизни и почему у меня был такой опыт? Первые 7 лет жизни очень важны. Я прошу прощения, я не дочитал до конца вопрос. Какие уроки я извлек? Уроки, которые нужны были твоей душе. Это вопрос не ко мне, это вопрос к твоей душе. Раз ты сам не разобрался в этом, я не могу отвечать на этот вопрос. Это то, что тебе нужно проработать самому. Благодарю вас. Я лишь могу сказать, что урок был получен, и душа получила определенное осознание и развитие. Что получила душа, тебе будет интересно самому понять. Это твоя тайна, не моя. Поэтому я не могу озвучить ее для тебя. Найди ответ, и что-то внутри тебя раскроется. Поиск ответа, как я уже говорила, это определенный путь. Не сам ответ важен, важен путь. Путь приносит тебе осознание и развитие. Благодарю. Благодарю вас. И последний 10-й вопрос. На что мне следует обратить внимание, чтобы легче и гармоничнее продвигаться в карьерном росте? Я бы посоветовала тебе обратить внимание на твои энергии лиры. Они, как я уже сказала, несут определенную вибрацию и музыку. Настройся на эту волну, и тогда все действия, которые ты делаешь, будут проходить в потоке с легкостью и развитием проектов и других твоих идей. Я хочу напомнить про внутреннюю радость, вибрации и, конечно, определенной музыки трения. Найди этот поток внутри себя, и он принесет много позитивных, положительных продвижений в разных направлениях, в том числе то, что ты спросил. Благодарю. Благодарю вас, уважаемая куратор Али. Вопросов больше не осталось. Я полагаю, стержень у него уже активирован? Стержень активирован. Тогда остался маленький нюанс. В этой комнате диагностики есть очень добрая традиция. Каждому куратору и каждому учителю, который к нам приходит, мы всегда делаем один определенный подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на земле. 1, 2, 3. Мы спрашиваем разрешения уважаемого куратора Али, будет ли она так любезно принять этот скромный подарок в знак благодарности за эту встречу, за ее помощь подопечному и просто на добрые воспоминания об этой замечательной встрече. Великолепный подарок. Я с удовольствием оставлю его у себя. Благодарим вас. И я хочу добавить одну небольшую вещь. И не забывай, что ты подобие созвездия Лиры. Маленькая лира внутри тебя. Как ты настроишь свои струны, зависит от тебя. Найди правильные тона и звуки, и твоя жизнь настроится и станет ярче. И еще я хочу поблагодарить за развитие. Я вижу, что душа стремится к осознанности и расширению границ. Благодарю. Благодарим мы вас на этом месте, уважаемый куратор Али. Передавайте обязательно привет от нас с Верой, созвездие Лира. Мы будем рады всем кураторам, которые достучатся до своих подопечных. Со своей стороны мы обещаем убрать все, что им мешает развиваться, открыть эти двери, в которые они дальше пойдут уже сами. Прекрасное приглашение. Благодарю. Именно вас. Так я и сделаю. Благодарю за эту встречу и желание встретиться со мной. Мы говорим до скорых встреч. Мы никогда не прощаемся. Возможно, еще когда-нибудь увидимся. Наступит момент, когда он захочет познакомиться со своим высшим «Я». В таком случае мы всегда приглашаем куратора на эту встречу. Прекрасно. Тогда всего вам наилучшего и наилучшие пожелания созвездию Лира. До новых встреч. До новых встреч. И рассинхронизируйся, Верочка. Готов. Каспарс, мы закончили встречу с вашим куратором Али. Вы получили все ответы на свои вопросы? Я в таком состоянии, я ничего не могу ответить. Вы только можете видеть мои внутренние струны, как они сияют и вибрируют. Мне откликнулись все ответы полные и настолько про меня, что я могу лишь поблагодарить Али и вас за эту прекрасную встречу. Волшебную. Во благо. Развивайтесь, защищайте свои энергии. Там, где желание, там открываются двери. Сейчас будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И для освоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Каспарса в его систему биоробот-душа. Заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Он говорит, что слышит эти звуки, и он в потоке. Готово. Отключаемся от объекта.